Бондаренко. Я с ее согласия пишу вот это письмо. Знаете почему? Ну, очень кстати, как поддержку. Все-таки неприятно получать письма, где пишут, что плохие корни. Здравствуйте, Олег Костенев. Спасибо за посылки. Большая часть косточек уже проклюнулись, пока сидят в горшочках. Раз пишите по железу, то почему в горшочках? Ну ладно. Так, плюс от вашего сына получил 5 замечательных саженцев. Действительно, таких нигде не купишь. Прошу выслать ваши книги. Вот мои книги.